Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ, и сегодня я снимаю проект «Мама, купи мне пони». Давайте начинать. Так, доченьки, давайте сходим в магазин и поедем в гости к вашей бабушке. Ура! Ой, ты где? Я там. Ой, тут. Я просто там засмотрелась. Все, девочки, давайте. Ой, быстрее. Здравствуйте. Здравствуйте. Hello! Здравствуйте. Вам что-нибудь подсказать? Нет. Нет. Пойдемте. Так, берите быстренько, что вы хотите. И мы поедем уже, ну, к вашей бабушке. Хорошо, хорошо. Если сейчас возьму что-нибудь, ну, понаряднее, чтобы я могла ходить. Возьму себе эту юбочку, эту расчесочку. И вот это. А если пони возьму... Ну вот. Одни старые пони. Хочу себе что-нибудь новенькое. Доча. Что ты тут кричишь? Разве, смотри, как... Разве эти пони не прекрасны? Не, ну посмотри, какие миленькие. Вот эти вот маленькие, хорошенькие, да и большие ничего. Да как ничего? Полностью страшные. В смысле страшные, красивые пони. Но они какие-то темных оттенков. Фу. Жалко, что нет новинок. Так, доченька, мы пришли сюда быстро, поэтому выбирай какой-нибудь пони и иди. Хочу себе 5 тогда пони. 5? Доча, у тебя нет 5, а ты хочешь 5 пони. Возьми самую дешевую и все. Ну, мама, ну и что, что у меня ну, очень много 4 и 2 3? Что? По-твоему, это ничего страшного, доча? Вот у твоей сестры, у нее 5, ой, у нее 5. Вот у нее везде 5. Ну и что? Мне все равно, что у нее 5. Она вот заслуживает 5 пони. А ты даже, мне кажется, на одну не потянешь. Мама, ну почему? Я не могу себе ни одну пони взять. Доча, ну потому что надо учиться хорошо. Ты даже, когда вот тебе 2 ставили, ты даже... Не пришла, не переписала диктант. Ну и что? Я не хочу на это тратить время. Лучше в планшете буду играть. О, доча. Все, вообще тебе не куплю пони. Доченька, хочешь себе пони какую-нибудь? Ну да, можно. 9. Все 4-5? Да, все. Ну все, тогда бери себе пони. Хорошо. Ой. Тоже хочу пони. Би-би-би. Мама, она сказала, что я би-би-би. Ну и что? Ты вправду плохо учишься. Ну и что, что я плохо учусь? Зато я каждое утро застилаю свою кровать и чищу зубы. Это очень маленький поступок. Ну вот. Все, я себе беру пони, сколько похочу. Доставка пони, доставка пони. Новые пони. Новые пони? Вау! Вау! Какие пони! Такие блестящие. Доченька, если хочешь, бери. Мама, я тоже хочу пони, ну пожалуйста. Все, нет, доча. Нет. Доченька, давай быстрее, а то мне надо из магазина его увезти. Хорошо, если возьму эту и вот эту. Можешь 3-ю взять. Она какая-то некрасивая. Ты другую возьми, 3-ю. Вот эту. Все редкие. Но я не заметила, там луна, она же большая, как я. Вот именно, большая, как ты. Куда тебе там девать-то дома? Я тоже возьму. Так, все, я себе беру. Каденс. Луну. Селестию. Ну и вот этого. Ой. Ну и вот эту вот Эпплджек. Все,
Хотя Эпплджек это я ее не хочу брать. Я возьму этих и вот эту. Я рад. Все. Доча, что ты тут устроила? Это все, что я хочу взять. Доча, я тебе не куплю это, даже если ты будешь вообще прям отличницей. Мамочка, пойдем на кассу сейчас. Кассир, идите сюда. Ну что, что? Пожалуйста, беритесь тут после хаоса моей дочери. Ну и что, я хочу себе пони. Ну, у нас тут есть скидки на некоторых пони. Скажите, на каких именно? Ну вот, например, на скидку вот на эту пони, и ну, на, из больших на эту пони и на вот эту. Ой, то есть не эту, а вот, вот эту. А из маленьких скидка на эту, вот эту вот скидку. И вот, вот эту вот. Да? Так что выбирайте. Ладно, я тебе разрешу одну маленькую взять. Одну маленькую. Бери уже. Ну, все, вот эту бери. Эту, ну, она не очень красивая. Все, бери, расставьте. Сейчас. Давайте я вам лучше помогу. Давайте. О, я как смогла, так и расставила. Это хорошо. Это хорошо. Так, вам еще что-нибудь помочь? Нет. Так, дочь, если ты еще раз будешь такое вытворять, то я тебе вообще не куплю пони. Ну и что? Ну и то. Доченька, ты уже все взяла? Мамочка, можно я одну выложу? Хорошо. Я вот эту вот выложу. На кого-то еще обменяешь? Да, я маленькую лучше возьму вот эту. Точно все? Да, теперь все. Хорошо, пойдемте. Так, все, идемте. Так, все, идемте на кассу. Мама, можно я еще пони возьму? Ой, ладно, бери. Я лучше вот эту вот возьму, а вот ту маленькую не возьму. Все, решила. Так, хорошо, тогда давай твои вещи, вот они. Да, да, это все мое, а ее вон та. Все, идемте на кассу. Ну вот, пока я с тобой там разбиралась, очередь образовалась. Так, все. Вот, вот. Вот. И вот. О, господи. О, господи. Ой, господи. А-а-а! Вы меня чуть не убили этими пони. Уберите. Ай, вы меня столкнули. Аккуратней тут, в очереди. Вы меня чуть не убили этими пони. Так. Здравствуйте. Добрый день. Пробейте мне, пожалуйста, вот это. Угу. Вздык, вздык. Стой. Вздык. И вот это. Вздык. Так, с вас всего 270 рублей. Вот, держите. Все, спасибо за покупку. Заходите к нам еще следующий. Так, вот. Пробейте мне это, пожалуйста. Вздык. Пип-пип-пип-пип. С вас всего 150 рублей. Держите. Спасибо за покупку. Заходите к нам еще. До свидания. Так, следующий. Мне, пожалуйста, вот эту вот пони пробейте. Так, хорошо. Сейчас. Дык. Пип-пип-пип. А, на нее скидка, поэтому с вас 350 рублей. Вот, держите. Все, спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Все, до свидания. Так, все. Уходите. Так, следующий. О, мой бог, у меня сейчас касса сломается. Ой. Ой-ой-ой, вам это точно все пробить? И это. Нет, я не смогу это пробить. Бздык. 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 Пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип. Брррр.
вас всего... Ой, сейчас я посчитаю, а то вы слишком много всего взяли. А, все, с вас всего 3000. Сколько? 3500. 500? 50. Вы издеваетесь. Это посмотрите. Да, 3550. Ладно, держите. Так, оденьте все эти вещи, потому что у нас пакетиков нет. Что вы издеваетесь? У вас еще и пакетиков нету. Простите, пакетики кончились. Ой. Расческу я подшью вот в крыльях расческу. Я свою пони понесу. А я своих понесу. Ой, как это их много. Все, идем. Ай. О, Господи, у меня чуть касса от них не сломалась. Так, девочки, вы, надеюсь, довольны своей покупкой? Очень довольна. Хорошо. Ой, и всем пока. Вы были на канале Тыковка ТВ. Ставьте лайки и смотрите мои видео. И подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Пока-пока.